Всем привет, мы продолжаем проходить ФНАФ и снова... И снова с другом. Так. Всем привет, с вами... Понятно, как там... Кобяков. Гилен. Глен запил. Глен спился, короче, Влад А4 там. Что-то мне не нравится, что-то мне напрягает. Картинка дружбы, ёбаный урод, что-то не нравится. Видишь? Вот так надо это соскриншотить. Видишь, робот шарит, бежит. Что? Что знаешь? Это картинка. О! Для... Мне напоминает этот шарик из Оно 2. Из Оно. Видишь, типа, когда склон гребаный появляется. Опять этот мудозвон, на который нужно светить. Ты чё? Я на тебя вообще-то свет... Сука. Их еще и трое. Хули, ты как ты его обойдешь, блядь, не смети, пусть проходит, нахуй. Ты шо меня напрягаешь? Ты шо такой душный? Дядя, ты шо? Не дыши, не спи. Так, вот эти не будут двигаться? Будут. Ух, ебать. Тут еще и робот двигается. А мне куда сейчас? Тут робот двигается, ёб твою душу. Вот этот, что ли? Вон тот, блядь, в маске, который. So this is what you look like inside? Так, вот значит, как ты выглядишь изнутри, жутковато. I like you better with your shell on. Ты мне больше нравишься со шкурой, хрена-то, живодер. Кто там, блядь, заебали? А чё, мне действительно сейчас мы куда мне? Мы знакомы с Адей, блядь, души не рисует. Смотри. А ты чё сел? Никогда не светишь. А чё он будет делать-то? Ну-ка, выключи фонарь. А, это... Смотри на него. Это знаешь, когда он этот рок читает? Ух ты, сучка. О, смотри, он ее поцеловать хочет. Сейчас изнасилует. А серьезно, мне сейчас куда идти? Ну, пришел я сюда, и что дальше? Блядь, дверь надо, дверь открыть. Блядь, дверь закрыта. А ты ее открой. Каким образом идти? А-а-а! Понял. Ты мне карту не дашь? Нахуй ты... Подожди. Ты, блядь, на кнопку нажал? Так, куда он хочет уйти? Хуй его, пусть идет. Ты на кнопку нажал? На какую кнопку? Здесь ты кнопку видел. Вот, блядь, красная стоит, ёбаная вроде. Где это? Это огнетушитель. Да, блядь, развернись. А вот эту кнопку нажал? Сука. Вот ты жалуешь. Я, значит, ищу полчаса кнопку, она у меня под носом. Я за ней прячусь. Блядь, за тобой бегу. Че, обосрался? Ебать! Они еще и бегают. О, ты скоро от утки убегать будешь. Сидите смирно. Говно с Алиэкспресса. Я на лист. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Я ждал этого момента. Сейчас на тебя какой-то этот псих ненормальный выскочит потом. Да ёбаный твой рот. Сука, стойте, у меня фонарик. Я вооружен. И какую дверь я открыл? Дико. Ага. Я спрячусь. Что они будут делать? Они начали сами по себе ходить. Так, окей, этот... Они стали вести себя как пылесоса. А какую дверь я открыл-то? У меня такой вопрос, какую дверь я открыл? Может, ты, вот эту? Ты её пылесос. Сука, не пугай. Ебать. Ёбан. Еще один. О. Что-то мне не нравится это. Ты что? Ты что активировался? Спи дальше. Дальше спи, проснуться он решил. Ох,
Охренеть, он еще и резкий. Как понос. Ты что там фотаешь? Кому? А что они там? Домой. Так. Так, не понти. Они тебе, блядь, что, сожрать могут? Что ли? Блин, его. На эту нажимал. А хули ты отсюда уходишь? Так, подожди, значит, сюда пришел. Пока я на них смотрю, они меня не тронут. Да. Они за мной идут. Угу. Так, а дальше куда? Ага. Зад посмотри. Да я, ой, твою душу, у меня фонарик садится. И чё? Эта дверь закрыта. Блять, кнопка, вон она. Где? Нахуй тебя? Хрен его знает. Фонарик посветил. Блять, давай вот так же, блядь, найди это. Как ок, нахуй. Или третий стоит, не боню. А, вот она, кнопочка. Да твою душу, ты гнида. Че, все заново, что ли? Да, ну сейчас быстро, в принципе. Это там где-то ударился от этого лифта, блядь, убитого. Нет. Вот, сохранились перед открытием дверей. А все так красиво шло, но по третьей сели. Ты экономи, блядь. Ты экономист, ебаный. Не, ну что, не логично? Логично, логично. Так, 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 так. Мне нужно батарейку зарядить. А может батарейка взулась, то что? Я ее часто заряжал? Чего? Ту-ту-ру-ту-тум. Ты, блядь, просто бежишь, нахуй я тебе сейчас фонарик. Эй, that wall just moved. Вот как появится, блядь, ебаный фонарик. Не, на них просто смотришь, они все равно не двигаются. Так, по-моему, вот этот живой. Они все, блядь, живые. Че, забыл за того трое, блядь, или? Так, сидеть, не рыпаться. This is what you look like inside? Так, валим, 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 валим. I like you better with your shovel. Выключи фонарик и смотри на них просто, блядь. А вот эти живые. Зад посмотри. Нет, пока мы еще на один живой. Так, пока мы... Они потихоньку, пока мы активируются, нужно валить куда-то. А вот эти. Так, ладно. А вот этот момент какой... Ох ты ж, скотина. Я тебя запомнил, мудозвон. Стоять. Пес несчастный. Только попробуй мне дверь открыть. Я тебя потом поломаю. Так, вот это мы забираем. Вот этот вот бешеный, короче. Он оживает, типа. Я думал, он при свете будет ходить, но не, ни хрена. Окей. Скоро Новый год. Хули скоро, блядь, завтра. Завтра Новый год. Блядь, выключи фонарик, ебаный в рот. Я это, блядь, экономист. Угу. Стоять, смирно. Спорим, повернется. Давай. Блять. Сколько? Стой там, где стоишь. This is what you look like inside? Creepy. I like you better with your shell on. Твою душу. Никто не бегает, блять, я бы тебе сказал, блять. Это ты, блять, бегаешь. Стойте, петушня. Ага, я когда двери открываю, они еще оживают. Ясно, понятно. Смотрим, блядь.
А, тебе надо подарок спиздить и быстро затарить его. Угу, не надо свалить. Вот она, дверь открывается. Стой! Черти. Куда ты затаришься? Ты место сначала найди, блядь. Не, он... Он, короче, он тоже, когда этот на него смотришь, он не ходит. Пока смотришь, вот именно. Стой, тварина. Так, мне сюда теперь, наверное. Это обратно? Это обратно. До туда он, блядь, пришел. Он еще и быстрее меня, смотри. Так, а мне еще сюда надо было? А, да, вот она, дверь открылась. Стойте там. Стойте где. Зад повернись. Что ты открываешь-то? Я вот эту кнопку туда пробежал в прошлый раз. Короче, я пробежал, из-за этого мы слили. Я вернуться не смог. Так, а здесь, а где кнопка? It's the security office. Should be one of those badge head things in here. Угу. Разве это комната охраны? Она же тебе сказала, это комната охраны, блядь. А хули здесь забыл, да? Да, у меня тоже такой вопрос. Что ты, блядь, здесь забыл? Может, он там либо пойдем? Ага. Вот он. Все, получен уровень доступа 4. Стоять! Ебать, ага, и здесь я тоже чертила. Блядь, завтра. Вовремя. А мне сейчас куда? Их там еще толпа прется. Мне сюда? Видимо, блядь, сюда. Не, здесь я тупик. А здесь вот место. Блядь. Закройся. Здесь место сохранения есть. Мне надо сохраниться. Не понять, что тебе потом здесь жрали, жрали и жрали? Ну не проходи чисто заново, если я сдохну. Тут что? Так, ладно, не давайте. Батарейку заряди. Ой-ой-ой. Аккумулятор заряди. Не могу повернуться. Ну, блядь, жди, сейчас фонарик сядет, пиздать. Что они будут делать? Так. О, уходит вроде отсюда. Так, ты давай тоже с этого сделай отсюда. Мартиросяность. Себастьян Мартиросян. Видишь? Вот. Покати символи, стану его найти. Так, а мне сейчас куда именно, я не пойму. Стой, не двигайся. Тебе фонарик, блядь, зарядить надо. Угу. Не зарядишь, тебе пизда. Надо подальше двери отойти, чтобы она закрылась. Куда она закрылась? Что, без фонарика? Зад. Угу. И все здесь уже. С фонарик садится. Зато дверь закрылась. Пиздец. Счастье длилось недолго. И куда, блядь, надо? А. Там таракан. Подожди, пока мне с ним бегать нужно. Все, он бежит за мной. Я слышу его. Да хрен его в шапа заборная. Такой смешной, блин. Бля.
Фу, дверь закрылась. Фонарика. Ура! Я больше не хочу туда идти. Пойдем, я понял, куда мы идем. Мы получили сейчас, значит, получается, доступ 4 уровня. И сейчас пойдем к Фредди. Все, я понял. Чтоб тут тебе шапалах уронил. То, что ты так долго. Ага. Подожди, а здесь что, стекло разбили? Мне пока что стекло разбили. Нахрен. Все. Вот 3:15 время. Отличные новости. Его можно вернуть на родителям. Нет, нельзя. Оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада. Если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Его часы фаз все время твердили это имя. Твоим голосом, Грегори. Ты меня слышишь, Грегори? Ванесса, все часы фаз говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел запчастей и обслуживания не тянет там. Ванесса, не оставляй меня в таком виде. Вот это и есть охранница. Баба. Но она каким-то образом связана с крольчихой, короче. Она, когда исчезает, появляется и его крольчиха с красными глазами. Они здесь, короче, типа, знаешь, нормальные. Они здесь вели шоу, короче. А этот придурок залез к Фредди в живот в начале игры. И вот. Потом ночью он оказался здесь, поэтому. Грегори, как я рад, Фредди. Грегори, используй консоль, чтобы выпустить меня. Автомат. Улучшение силы. Так. Ты не ходишь, да? Или ходишь? А. Ты немножко ку-ку, я понял. Так, ладно, он не ходит, это успокаивает. Ты, блядь, его выпусти. Да-да, я понял. Сейчас каким образом-то? Там же было же, блядь, на компьютере. Так, опять вот там что-то нажать было. Где? А здесь почему дверь заколочена? Подарку. Нашел. Фигурка Глэм Рокси. Требуется 10 уровень доступа. Охренеть, я 4-й-то еле-еле нашел. Там кто-то идет, Никит. Сейчас, подожди, сохранимся. А почему ошибка? Тебе его выпустить надо. Ладно, фонарик зарядим. Давайте возьмем все. Так, улучшение Монти. Журнал обслуживания. Монти улучшены лапы. Монти Горми. Позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждений становится слишком высокой. Ясно, у нас Монти ломает эти. Монти ломает заборы, ограждение, так. Улучшение Чики, журнал обслуживания. Чика, ее... Не позволяйте ей петь. Ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасный результат. Во время живого выступления роняющиеся подносы, боты, хаос, травмы у гостей, 12 судебных исков, испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендую вам провести замену, ага. О. Нет, нельзя еще. Ладно. Так, это у нас что? Улучшение Рокси. Рокси видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выиграть гонки. Но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. Почему здесь сохранялка не работает? Да, выпусти его. Коим раком его должен выпустить? К компу подойди. Нельзя.
Чё? Подожди. А серьезно, мне хочется задание-то? Завершить обслуживание Фредди. Каким образом мне А, вон оно что. Я еще сохраниться не могу? Нет, не могу. Окей. Что они с тобой сделали? Планово этих обслуживаний. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибки функции программирования, похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю. Выглядит сложно. Просто подключи провод и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает находящихся снаружи. Защитный цилиндр сотрудников выполняет отключение защитников и протоколов аниматроников входит там бла-бла-бла. Ладно, давай пробуем. Так, для успешного подключения головы Фредди повторяйте так правильную последовательность. Нажмите так. Допустим. О, ему шляпку поставили. Отлично работает. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли. Кстати, шляпка же была только у Голден Фредди. Так, завершение процедуры. Так. С помощью компьютера доступа. Завершите улучшение. Так. Отличной работе, Фредди, полностью готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр сейчас. Я использую автомат. Завершите улучшение. Здесь столько всяк... Куда успел? Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, Фазбер Бластер или... Фаскамера, где можно найти так? Фазбер Бластер можно выиграть в Флэшблэст. Фаскамеры часто конфискируют на территории Гольф Монти, но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы. Обычно Чика раздает билеты именинникам. Загляни в ее зеленую комнату, воспользуйся служебным лифтом. В задней части помещения они ведут... Кроксвэзу, похоже, они все отключены, за исключением лифта Рокси, так. Ладно. Да, я сейчас хочу сохраниться. Во. Фредди, погляди-ка на картинку. У Чики есть какой-то собственный голосовой аппарат у Рокси. Новые глаза у Монти, улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти, мы можем тебя улучшить. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вред. Что? Они всю ночь пытаются меня убить. Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. Это идет вразрез с нашей программой. Сейчас, подожди. А что по времени? А, до 11 ровно. 11 здесь сможешь? 10. Давай, так, до 11. Так. Нам кому надо сейчас? Фредди. А, ну, только к одной. Фонарик надо зарядить. Так, зарядим фонарик. Тарарирарарам. Короче, бля. Так, лифт. Так, сзади нету, значит сзади не должен открыться. Ту-ту-ту-ру-ру. Музыка, да, классная в лифте. Сейчас прикол лифт застрянет. Так знаешь, что если сильно прыгнет, то лифт застрянет. А, нет, ты маленький. А тьфу. А чё, почему двери закрылись? А что происходит? А кто плачет?
А что случилось-то? Кто там плакал? Да хуй. Почему задняя дверь открылась? Угу. И мы еще ниже едем. Так он верти я поднимал, блядь. Разве? А я думал, мы сейчас в глубина то спустимся. На завод. Так еще и бессмертный. Кирпичи таскать. А, да. Но почему дверь, блин, открылась и закрылась? Я могу сразу выскочить. Не с этой стороны открылась. С этой, думаешь? Да. Туда заходил. Так она с этой открылась в прошлый раз. Она с вот этой открылась. Она с этой стороны открылась, когда мы подъехали кверху. А сейчас вот это открылось. Значит, сейчас с этой должно быть. Ах ты мелкий подонок. В смысле? Нельзя так с детьми разговаривать. Это кто? Ой, а в кого я вошел? Погоди, это кто? А, Фредди? Нормально тогда. Короче, тогда все норм. Ванесса. Фредди, убирайся из моей комнаты. Я иду, иду. Успокойся, бешеная баба. Так, доступ 5 уровня нужен. Так, Ванесса. А что будет, если я к ней подойду? Ну-ка. Ладно, хрен с ней. Хотя надо вот так сделать, скрин. Твою душу, повернись на меня. Во. Стой, на месте, все. А чё он так быстро садится-то? Влипли по полной. Ну же, пацан, у меня есть все дела. Какую глубину ада я опять спускаюсь? Вот она. Место. Какая-то утка? Ты уверен? Сейчас вам скажется. Ты голоден? Давай без меня. Там, так, я не понял. Сейчас посмотрим. Допустим. Иди, иди. Так, мне сюда или сюда? Выходи, не прячься. Я не хочу к ним выходить. А, здесь я что-то знакомое. Так, мне сюда надо, значит. Тарарира. Парам пам пам. За единичку здесь нету никого. Ну а вдруг? Я это уже смотрю. А, это эти пылесосы, сволочи. Пугают, как не знаю кто. Место сохранения, значит, и на правильном месте. Отъехали. Так, подождите, сохранимся. Сейчас, минутку еще. Посмотрим, что так. Сейчас этот придурка зарядится. А почему он не зарядился? Ты в него сел, ёбкую душу. Да я знаю, он должен зарядиться. Он сам должен заряжаться. У него как только садится, он сразу заряжается. Вот, все, зарядился нормально. Так, пока я его сажать не буду. Потому что я сейчас куда-то иду. Ага. Мы здесь в начале игры были. Ну и что, где-то утка.
Место для сохранения. Здесь что ли? Здесь этот ненормальный вышел. Крокодил который. Спокойной ночи. Рокси где-то здесь говорит. Вот отсюда тебя выйдет потом. Вот я тебе про вот это место говорю. Утка? За тобой будут гнаться. Смотри, иди обратно. Короче, смотри, когда за тобой будут гнаться, угу. Теперь развернись и ты посмотри. Угу. Там, вернись обратно. Угу. Подойди там фонарик. Ну. Теперь развернись. Вот, короче, когда за тобой сзади будут бежать, угу. Ты вот сюда в край никогда не беги. Почему? Тут, короче, будет выскакивать, короче, эта желтая утка. А нет, темно-зеленая. Ты вот в этот, в правый край беги. Угу. Тогда ты от нее убежишь. Все, понял. Банку даже не досмотрю. Да не надо, я не смотрю. Неинтересно, смотри, чтобы потом проходить. Ладно, пойдем, меня проводишь, а то мне сейчас нет. Ладно, пошли. Thank you.
любом случае по заданиям. По заданиям. Найти билет на вечеринку. Ой, ну да, в зеленой комнате Чики. Значит, нам нужно обратно идти тогда. Значит, зря мы сюда пришли. Так. Ладно, допустим. Так. И куда мы сейчас выйдем? Так, вот отсюда этот крокодил у нас выбегал вообще. Ему типа нельзя здесь находиться. Ну да ладно. Сволочи. Давайте-ка здесь пройдемся. Может, я где-то пропал подарок. Как меня пугают эти двери, твою же душу. Если бы вы знали только. Окей. Так, ладно. Подарочек тоже вот здесь пропустил. Вот. А если бы не прошелся, бы не заметил бы. Игрушка Фокси. Значит, здесь все-таки Фокси будет. Ну же, пацан, у меня есть дела поважнее. Так, ладно, сейчас поднимемся вверх. Куда он ушел? Ладно. Спишем это на медвежье похмелье. Типа, у кого медвежье похмелье не бывает? Это у нас комната Фредди. Типа Фредди. А, все, до меня дошло, что мы должны сделать. Мы сейчас даже по вентиляции к ней. Выходи, маленький монстр. Почему ты меня называешь маленьким монстром? Это оскорбление прав детей. Выходи, маленький монстр. 3:30 время. Все, понял. Так, пока мисс этого нету. Бешеного таракана, который охраняет свои владения. Ах ты маленький подонок. Ой, да иди ж ты в пень, ты уже достала, Ванесса. Ты уже конкретно достала. Понял. Понял, принял. Так, а где он бежит-то?
что-то не понял. Мне нужно сейчас что найти билет на вечеринку в зеленой комнате Чики. Значит, мне сюда сейчас не надо. Да, я все залезу. Спрячется, так сказать, в тебе. Так. Зеленая комната, вот она. Требуется 5-й уровень доступа. Так. Окей. А еще, подожди, я так понял, через вентиляцию, но я просто не туда свернул. Время 3:30. Ну, давайте проползем. А, это комната Рокси. Все, теперь я понял все. Фу, ненавижу детей. Какая злая баба, все бабы должны любить детей. Это неписанные законы, мать ваша. Скорый таракан журчит. Почему у него все здесь разгромлено? Так, а это что было? У кого-то нервный тик был, да? Давайте посмотрим на проделки Монти. Монти снова не является на шоу на главной сцене. Мы нашли его на том же месте, на мостах, над гольфом Монти. То, что случилось в прошлом месяце, не должно повториться. Кто-то закатил мяч с первого удара, после чего водопад мячей сбросил Монти вниз. У него были сломаны обе ноги, поэтому отдел запчастей и обслуживания пришлось работать сверхурочно. Зарядились. Ладно. Все, я понял. Или нифига не понял, ну-ка. По заданиям, что у нас? Найдите билет на вечеринку в зеленой комнате Чики. Понятно. Я снова не туда поехал. Что у нас по записи? Да ладно, давайте продолжим в следующем выпуске, а то я немножко устал уже и поздний час. Спасибо за понимание.